Всем привет! Всем привет, друзья! Привет всем! Вы на канале Ипатыч и Михалыч, с нами Настя. Всегда с нами ходит, просто скрывается. Вася приехал, кто Васю помнит, кто с того года нас смотрит, я думаю, помнит Васю. Сегодня поиграем на гитаре. Юга тоже со всеми здоровается, только не показывает этого. Вот, все, всем говорит, всем привет! Ну что, вот он, первый нормальный улов. Окунь. Смотрите, какой. Да, достался и мне мой карась на грамм 500, наверное. Хороший карась. Давай покажем, что еще сегодня наловили. Вот и остальной улов. И этого в копилочку. Ну, этот прям здоровый, да. А эти малыши вообще. Юга, скажи, вам меня не поймать. И все равно, конечно, поднимется. Не сразу. А тут такое бодренькое. Так, как-то трудно было выйти. Да,
страшно, Настя. Югель. О, носель, носель, носель. Игорь, уйди, уйди. Что, трёшка, что ли? Это трёшка, походу, да. Кривовато, Михалыч. Левее надо, нет? А потом посмотрим. А что не принёс-то? Настя жарит мясо. Будем сегодня кушать рисовую кашу. Пока копаю, расскажу о будущем проекте. Это будет точно не баня. Баню мы пока не хотим строить. Будем переходить в другое место. Новый проект, новое место, новые виды и новая постройка. Это будет полуземлянка. Землянка, полуземлянка. В общем, следите, подписывайтесь и все увидите. Там все больше нету.
Лопата, конечно, очень маленькая, но какая уж есть. Все почти приготовилось, да? Да. Все, каша уже готова. Ништяк. И сколько нас там лежит? Хватит. Хватит? Перекусываем. Всем приятного. Всем приятного. Всем приятного. Еще на обод, да? Угу. Давай пока на тут. Сейчас, подожди. Масса уже перевернула. Вот эту часть. Слава, что делать? Слава! Нормально, давай перевернем. Еще? Да. Так, давай на тебя. Что это такое
костер был. Раскололи камень, друзья, и смотрите, какой здесь кварц, по-моему, это. Как будто бы стекло. Просто нереальная штука какая-то. Вот она раскалывается. Но я думаю, что это кварц. Нет, тут уже такой нету жилы. Вот здесь тоже. Вот такая вот штучка. Сюда. Пошел больше людей. Вот возьми вот эту сторону. Другую сторону переведи. Стой пока. Стой пока. Я искал так долго. Был ли толк в этом? Он колол меня больно в сердце. Ты была рядом, но с кем-то тем дополнена грань макетом. Город, вокзал, туда осенью, кто до лета. И несмотря на запрет секретами быть, не цитаяла я там аскет, но мне не забыть. Только с тобой могу с тобой быть, а время не забыть. Ты героиня моей лавстори, мой героин, и мне не соскочи. Бой могу с собой быть, а время не забыть. Ты героиня моей ластори, мой героин, и мне не соскочи. Ты во мне что-то увидела, и как ангел вела от боги в белье. Не судим
дома имя твое хранится в памяти и поет, когда рассветом солнце все эти переезды. Сколько песен мы вместе, как часть созвездия, и сколько дней разлучали телесно, скучали, любили, делая друг друга мир чудесней. Только с тобой могу с собой быть, а время не забыть. Ты героиня моей ластори, мой героин, и мне и соскочи. Могу с собой быть, а время не забыть. Ты героиня моей ластори, мой героин, и мне не соскочи. Ты по ней уровень ищешь. Почему надо искать же? Два метра высота будет. Блин, а что, темп у нас маленький? Ха! Малый! Вот тут такой вот глиппол. Вот как будет выглядеть беседка. Печку, скорее всего, сделаем. Если место будет, на место будет. Друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь, друзья, видосиком. И всем пока. Всем пока. Юга, пока всем скажи. Все, сказал.